Всем привет! Сегодня мы с вами будем играть в PUBG Mobile. И почему в PUBG? Потому что были видео в Майнкрафте, в танке там. А вот на что там играх по оружию, автоматам, вот такого еще не было на канале. Мы пойдем играть на ливике в рейтинге. Да. И как раз вышло новое обновление, где добавили очень много всяких очень новых штучек. Я их у всех затестил. Да. I got 5 eliminations just now. Ты чё меня бьёшь, алё? Надо налево, ты мне уже. Let's fight together. Давай, пози. It is showtime. О, а у нас даже скины-то совпадают. Чуть маленечко. Ну, я привык тут падать либо на... Так. На Мидстейн я падаю и... На вот сюда вот. На Гранд Гпас. Так. Ну, там больше всего лута и... И килы можно там поделать. Вот, уже этого вижу. Так. Юмп 5, неплохо. Yes. Туда его. Добегался. Патроны кончились ровненько. Резня. Ой. Имба. А где он? Сколько патрончиков? Обстрел идет лютый. А там же я прям одного убил первого самого, и там еще было два чела. Одного кто-то я убил, второй бегал. Ну, я с виду уже все. Уже он умер почти.
не просто баги с окном. То, блин, меня вот все вот это вот мучает, когда ты третий килл, который уже должен был быть. Тыкс. Ага, а вот то похоже и он. Вот там как-то перестрелка началась, походу, у них. Да бегал, когда маленький, бедненький. Так. Сейчас по мне опять летать. Сейчас по мне опять будут бомбардировать. Давай, выходи! Давай! Блин, я боюсь влезти на улицу даже. Меня тут уже один раз убило этими. Кто они там называются, я не знаю, как они называются. Да где он? А где? Салям алейкум. Так, а в смысле?
Да будь, что за замес? Не, я больше так не могу. Я уже очень устал. Да блин. Второй заход. Я бегу отсюда. У меня кусали все аптечки. Я не знаю, что сейчас я буду делать. Я в безвыходном положении. Или нет? Наконец-то аптечки. Я не думал, что это будет такой подтренный выйдет. Ну, хотя бы так.
Хорош. Капец. Awesome. Да, я затащил. Это мой рекорд по урону. Это было вообще жестко. Но я смог затащить карточку. Но хотя бы золото первое поднял. Ах, ничего, что я больше ее наколотил. Ну вот так вот. Как там? Вот такой был у нас тяжелый бой. Это, мне кажется, самый был тяжелый бой за всю историю, которую я лично играл в папке. Если вам этот ролик понравился, то поставьте лайк, пожалуйста, и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы о нем думаете. Я желаю вам всем удачи, всем спасибо и всем пока.